комбайн Дон 1500, ширина захвата жатки у него составляет 6 метров. 2008 года этот комбайн, работает в паре с Джон Диром. Мужики говорят, что эти комбайны получились удачные у Ростельмаша, поэтому они до сих пор работают на полях. Пятиклавишный комбайн, на базе которого изготовили современный комбайн Ростельмаш Акро, насколько я помню. Балок, готовлю солому. Бункер наполнился, ждем машину. Как я уже говорил, жатка здесь 6-метровая.